Adoption with this technology also goes from around 15 to 22 liters a day. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в рамках проекта Российского научного фонда «Научная школа молодых ученых» проходит ряд лекций, посвященный освоению нетрадиционных углеводородных ресурсов, паротепловым методом добычи высоковязкой нефти, а также каталитическим комплексом. А вообще эта тематика является очень актуальной. Сегодня запасы нефти становятся все более трудноизвлекаемыми, сложными, поэтому как бы очень много сфокусировано внимание на исследовании тяжелой нефти. И для Татарстана это особенно важно, поскольку в Татарстане запасы этой нефти составляют несколько миллиардов тонн. И здесь мы как раз рассматривали технологии, которые позволят эту нефть лучше добывать и более эффективно перерабатывать. Лекции проводятся в комбинированном формате. Часть слушателей непосредственно присутствовали в аудитории Казанского федерального университета. Другая же часть была подключена онлайн. Идея этой школы в том, чтобы передать опыт ведущих ученых нашим молодым специалистам, студентам, аспирантам. У нас есть секции как раз ведущих ученых. Здесь у нас представлены доклады из Китая, из Мексики, из других стран, ведущих специалистов, а также из России, из Казанского университета и наших других партнеров. На мероприятии выступают приглашенные зарубежные лекторы, профессора Мексиканского института нефти, доктора химических наук, а также научные сотрудники из Испании. Напомним, что Казанский федеральный университет стал площадкой для проведения научной школы молодых ученых, проходящей с 15 по 17 ноября 2022 года. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.